Опасные аттракционы, которые пришлось закрыть. В Нью-Йорке на Кони-Айленд находится Луна-парк. Так вот, там находятся горки «Циклон». Их высота 24 метра. Пассажиры на вагонетке проносятся со скоростью 97 км в час, а их удерживает лишь одна перекладина. Так вот, в 1985 году мужчина встал ради лишней дозы адреналина, но не удержался и вылетел вниз. А спустя 3 года еще один мужчина решил встать на скорости под 90 км в час и тоже вылетел вниз. К сожалению, оба мужчины погибли, но так как это была их вина, аттракцион продолжает работать и по сей день.